Дворники собирают в мешки мусор и прошлогоднюю листву. Административный персонал приводит в порядок палисадники. Трактор сметает пыль и песок с внутридворовых проездов. Коллектив управляющей организации «Жилищник» наводит последние штрихи к майским праздникам, создавая жителям хорошее настроение. Субботник проводится в общем дворе между домами Комарова 17, корпус 3, Октябрьская 7 и 9. Эти работы, что называется, бонус к основным, проводятся в рамках объявленного властями месяца чистоты и благоустройства. Погода, как мы помним, только к концу апреля позволила к ним приступить, поэтому трудятся усиленно. Был особый упор сделан на сбор листвы прошлогодней, сбор цветного мусора, вывоз строительного мусора, порубочных остатков и так далее. Ведется работа по коронированию, обрезке деревьев. Естественно, немногим позже будет проведено обследование дополнительно на предмет сухостоя. Будем также его убирать, собирать, вывозить и наводить порядок. Все на благо городского округа Щелково и жителей. Управляющая компания у нас «Жилищник». Данная компания у нас примерно год. В принципе, все устраивает, все хорошо. Как видите, сейчас более-менее чисто. Все хорошо, да не все так просто. В управлении у муниципальной компании «Жилищник» филиала межрайонного Щелковского водоканала огромное хозяйство. 334 многоквартирных дома и двора, 23 гектара убираемых площадей. Крупнейшая в городском округе компания, созданная в декабре 2020 года, старается не разочаровать жителей, раз власти доверили ей зайти на этот рынок. Решают вопросы обслуживания МКД, благоустройства и содержания придомовых территорий, повышают эффективность работы инженерных систем и коммуникаций. Взаимодействуют с другими муниципальными службами, поддерживают друг друга. Персонал есть, техники хватает, утверждает директор. Но главное, по убеждению Андрея Казачкова, наладить работу с жильцами, собственниками, председателями советов домов. В первую очередь, большое спасибо хотел бы сказать председателям советов домов. Они оперативнее других подсвечивают проблемные вопросы, горящие вопросы, то, что конкретно волнует жителя, их. Пример взаимодействия со своей УК минувшей зимой приводит председатель совета дома Октябрьская 9. Данная зима была очень снежной. Со мной созвонились управляющие компании, оставили свой номер телефона, и практически весь сезон можно было решить данную проблему по одному звонку. Я созванивался с всеми водителями дома, убирали автомобили и все убирали, все чисто, все трактор, все идеально. Управляющая организация «Жилищник», филиал Щелковского водоканала, открыта для контактов с жителями. Для этого есть круглосуточный телефон, интернет-сайт, аккаунты в соцсетях. И, безусловно, вызывает доверие принцип работы, которому старается следовать компания. Для того, чтобы людей убедить, что эффект есть, нужно его показать, а не рассказывать про то, какой он будет. Ирина Микеда, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.